Привет! Футбол сравнивают с цирком так часто, что братья Запашные вместе со СМИ решили сыграть в эту игру и доказать, что журналисты и артисты цирка могут показать настоящий футбол. В наших вечерних новостях смотрите, покорится ли мяч тем, кому покоряются даже дикие звери. А если ты этим летом уже успел сходить в цирк или просто поиграть в футбол, то присылай нам свои фотографии. Принимай участие в конкурсе «Омск 300» на лучший день лета. Будешь выглядеть на фото особенно счастливым, получишь приз. До вечера!